Я Андрей Майер, рад вас приветствовать на канале «Просто о мультиварке». Сегодня мы будем готовить классическое жаркое. Впереди продукты, приготовление, калорийность с БЖУ. Продукты. Для приготовления нам потребуется 300 грамм свинины, 800 грамм картофеля, 150 грамм лука с морковкой, подсолнечного масла 3 столовые ложки, ну где-то 30 миллилитров, 70 грамм томатной пасты, зелени побольше, 3 головки чеснока, соль, перец, воды 200 миллилитров. Приступим, впереди рубка, шинковка. Приготовление. Мясо порубили крупными кубиками, картофель порезали, измельчили лук и морковь сделали достаточно крупными брусочками. Ну, теперь осталось общаться с мультиваркой. Первое, что мы делаем, это выливаем подсолнечное масло. У нас его немножко, но, в принципе, ну, без него будет, по-моему, гораздо сложнее. Хотя 30 мл это вообще смешно даже. Далее идет у нас мясо туда же, лук и морковь. Так, включаем на жарку на 10 минут. В принципе, желательно перемешивать каждые 2 минуты, то есть примерно 5 раз нам предстоит перемешивать, чтобы все достаточно красиво и хорошо у нас получилось. Вот 10 минут позади. Можно выключать нашу жарку. Вот такая у нас получилась красота. И далее мы отправляем в мультиварку все остальные ингредиенты. Это картофель. Три головки чеснока давим. Две ложки соли. Томатную пасту. Также туда идет вода. И укроп. Теперь крайне желательно все это очень тщательно перемешать. В принципе, приготовки все это дополнительно у нас перемешается, но изначально, чтобы соли, ничего, комочков не было, чтобы все было просто идеально. Вообще укроп, конечно, в жарком всегда это прям как праздник получается. Но укропом мы не ограничимся. Я думаю, хватит. И теперь пришло время включать режим тушения на 1 час 10 минут или на 70 минут. Этого должно более чем хватить. Ну, если что, еще 10 минут подкинете. Вот мы и подходим к финалу. Как обычно, мультиварка нам дарит шикарные ароматы. В принципе, как на кухне, так и во всей квартире. Возьмем две ложечки. Украсим это дело петрушкой. И я думаю, картинка будет готова. Осталось добавить приятного аппетита!